Om Jnana Tamarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupata Rubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiret Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Text Number 4. Читаем Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава вторая, текст четвертый. Саджам шитоким кашипо праяса бахо свасидхе упабхарханайким садьянджалоким Purudana Putriya Digvokalado Satikim Dukulai Sajam Shitokim Shapipo Prayasar Boho Swasidde Upabharhanaikim Sadyanjalokim Purudhana Patriya Digvau Kalado Satikim Dukulai. Okay, translation. Перевод. Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой? Комментарий. Purport. Yes, Guru Maharaj? Yeah. Комментарий Шрилы Прабхупады. Не следует без необходимости увеличивать свои потребности в материальных удобствах или беспокоиться о своей безопасности. Человек впустую растрачивает свою энергию на бесплодные поиски призрачного счастья. Если можно спать на полу, зачем покупать дорогую кровать или мягкую кушетку? Если можно отдыхать без подушки, подложив под голову мягкие руки, которыми нас наделила природа, то в подушке нет необходимости. Наблюдая за животными, можно заметить, что у них не хватает разума на то, чтобы строить дома, делать мебель и домашнюю утварь. Но они вполне здоровы, хотя и спят на голой земле. Они не умеют готовить пищу, но зато на поддержание своего здоровья тратит гораздо меньше сил, чем человек. Это не значит, что люди должны жить в джунглях, как животные, ходить голыми, ничему не учиться, отвергнуть культуру и не придерживаться правил науки. Разумный человек не может быть как живой. Напротив, он должен стараться, иметь свой разум, на развитие искусства, науки, традиции. Этим он будет способствовать прогрессу человеческой цивилизации. Идея, которую Шрила Шукадева с вами выдвигает в этом стихе, заключается в том, что избыточную энергию, которая у человека гораздо больше, чем у животных, нужно направлять исключительно на самоосознание. Прогресс человеческой цивилизации должен способствовать восстановлению наших утраченных взаимоотношений с Богом, что невозможно ни в какой другой форме жизни, кроме человеческой. Человек должен понять призрачность материального мира, видя в нем мимолетный мираж, и постараться положить конец страданиям материального бытия. Гордиться своей принадлежностью к цивилизации рафинированных животных, помешанной на удовлетворении чувств, значит обманывать себя.
Такая цивилизация недостойна даже называться цивилизацией. Человек, погрязший в бесплодной день, находится в плену Майи. Великие мудрецы древности жили не в дворцах с так называемыми удобствами, обставленных роскошной мебелью. Они жили в хижинах, в лесу и сидели на голой земле, но оставили после себя бесценное богатство, совершенное и возвышенное мудрости. Шиварупа Госвами и Шива Санатана Госвами, занимавшие высокие посты министров правительства, отказались от них и стали спать под деревьями, но оставили после себя бесчисленные тома произведений трансцендентного содержания. Они не спали даже двух ночей подряд под одним и тем же деревом, не говоря уже о роскошных апартаментах со всеми удобствами. И все же сумели подарить миру бесценные труды по науке самосознания. Так называемые удобства на самом деле не способствуют прогрессу цивилизации. Напротив, они препятствуют ему. Система санатана-дхармы, разделение общества на четыре класса и четыре последовательные ступени духовного развития, предоставляет человеку возможность благополучно завершить свою жизнь, постепенно духовному совершенству. Тем, кто искренне следует принципам санатана-дхармы и хочет достичь желаемой цели, здесь советуют добровольно отречься от мира. Человеку, не привыкшему с ранних лет к жертвенной жизни в отречении от мира, следует, как рекомендуют Шрила Шукадева Госвами, попытаться привыкнуть к такому образу жизни на более позднем этапе жизни, что поможет достичь желаемого успеха. Шрила Прабхупада. Окей. Намам Вишну Падая, Кришна Пустая Бутали, Шримати Бхакти Веданта Свамини Тинамани, Намасте Сарасати Деви, Горавани Прачарине, Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Satarine. So Sukadeva Goswami has appeared in time to give instructions for Maharaj Parikshit before he leaves the body. Sukadeva Goswami is describing in the verse today the necessity for renunciation from material enjoyment. Шрила Шукадева Госвами в сегодняшнем стихе говорит о необходимости отречения от удовлетворения чувств. This renunciation is something, a quality which is meant to be developed along with transcendental knowledge in the course of practice of devotional service. Отречение – это то, что человеку, находящемуся на пути развития своего преданного служения, следует развить, углубить одновременно с совершенствованием трансцендентного знания. Sukadeva Goswami was born from the semen of Srila Vyasadeva, and Srila Vyasadeva was a very renounced person living in Himalayas. Шрила Шукадева Госвами был рожден от Вьясадевы, который сам являлся очень отреченной личностью и жил в Гималаях. Сукадева Госвами was a liberated soul. He was an Atmarama, means he simply took pleasure in his spiritual self. He had no attachment to the body. Шрила Шукадева Госвами является освобожденной душой, атмарамой, то есть тем, кто черпает удовлетворение в самом себе, не имея привязанности к телу. Attachment to the body is the cause of bondage to the material world. And when we're attached to the body,
then we like to have a lot of comfort for the body. Привязанность к телу – причина рабства в материальном мире. Привязанность к телу заставляет нас искать комфорта, связанный с телом. People who are on the path of self-realization, who are endeavoring for transcendence, need to cultivate detachment from the material energy. Людям, находящимся на пути самосознания и стремящимся подняться на трансцендентный уровень, рекомендуется развивать отречение. A detachment from the material energy means one will minimize the demands of the body. И развить отречение именно от материальной энергии. Отречение от материальной энергии развивается путем снижения потребностей материального тела. Сукадева Госвами describes here today, we should not want to have a comfortable bed simply for our own sleeping purpose. Например, в сегодняшнем стихе Шукадева Госвами приводит пример, что для того, чтобы поспать, нет необходимости в очень удобной кровати. We see today in the modern society, people are fond of having beds with mattresses, with springs and all kinds of means. Sometimes they even have water beds to sleep on. This is the sense gratification for the materialist people. В современном обществе мы видим разнообразные новшества, нововведения, связанные с тем же видом кровати, то есть кровати со специальными матрасами, а кровати на водяной основе, водяные кровати, чтобы только лишь развивать чувственные удовольствия у материалистичных людей. Sukadeva Goswami therefore said, there's no need to have beds and cots. Can simply sleep on the ground. The ground is flat, and we can lay down on the ground comfortably. И поэтому Шукадева Госвами говорит, что зачем нужны вот эти удобные кровати, если можно лечь на землю, то есть земля ровная, можно лечь на ней и комфортно спать. So devotees in Brahmachari ashram, they are accustomed to that, to lay down on the floor. They will put a mat out and simply lay on the mat on top of the floor. В Брамачари ашраме преданные часто практикуют такой стиль сна. Они кладут как небольшой мат, небольшую такую пенку на пол и спят. And often the younger boys who are from birth accustomed to this kind of austerity, they can lay down on the ground without even a mat. Even the cold floor doesn't bother them. Молодые люди, некоторые молодые брамачари, они даже спят без какой-либо подстилки на холодном полу, это их не беспокоит. And they will lay on the floor and they won't get sick, because they're accustomed to laying down on the floor like that. И это становится привычкой так спать на полу. They will wake up in the morning, roll up the mat, and wash the floor. И после того, как утром они просыпаются, они сворачивают этот коврик, этот мат, протирают пол и все. But modern times, people have things like beds with big mattresses, and they will just lay there. The mattresses will be there. There's no way you can wash the floor. Но в современном обществе сейчас приняты большие матрасы, большие кровати со специальными матрасами, под ними даже пол толком не помоешь. So
If you have a bed, it takes up so much space, and they're not very clean. It can be a source of bed bugs. You get insects. They're fond of living in the bed. They'll make their home in the mattress. Кровать занимает много места, кроме того, это не очень чистая сама по себе, поскольку периодически в этой кровати могут заводиться какие-нибудь клопы, какие-нибудь насекомые, которые там живут. But people who follow the Vedic culture, they will simply have a mat. They'll put the mat out on the floor, they lay down on the mat. And in the morning, they roll up the mat and wipe the floor. В ведической цивилизации люди жили просто, они расстилали вот этот коврик, мат, ложились, спали на нем, потом утром сворачивали и протирали место, на котором спали. So in the same verse, Sukadeva Goswami then goes on to say, there's no necessity of a pillow. You can simply use your own arms instead of a pillow. Далее здесь Шукадева Госвами говорит про подушки. Зачем человеку подушка, если можно положить руки под голову? This way you can keep your life simple. You don't have to accumulate so many unnecessary things, which are just there for your comfort. Таким образом, он говорит о том, что нет необходимости обременять себя разными ненужными вещами просто ради какого-то комфорта. And then it says, there's no need to keep a variety of utensils when you can simply use the palms of your hands. Также нет необходимости в разнообразных блюдах, посуде, когда можно пользоваться ладонями рук. With the palm of our hand, we can do many things. We can clean. We can arrange for the cutting of the vegetables. We can roll dough with our hands. You don't need to keep so many things, many instruments to do things. Многое мы на самом деле можем делать руками, можно мыть, что-то можно резать овощи, можно раскатывать тесто. Словом, руки нам могут заменить различные приспособления, которыми пользуются на кухне зачастую. I know when we have wherever we have a center, they will always collect so many different utensils, so many different varieties of utensils will come to the center. И когда у нас был центр, там очень-очень много было различной утвари, различных вот приспособлений вот этих. And then Sukadev Goswami then says also the last point in this verse, he said, Where there is ample covering, or the skins of trees, what is the necessity of clothing? И последнее, о чем говорится в сегодняшнем стихе Шукадева Госвами, это про одежду. Зачем она нужна, когда тело можно покрывать древесным? Of course, Sukadeva Goswami, he had appeared there for the speaking of Srimad Bhagavatam. He was accustomed to moving everywhere without clothing. He walked everywhere naked. Сам Шукадева Госвами повсюду путешествовал обнаженным, без одежды. So Sukadeva Goswami was totally detached from the material world, so he could move around without care.
так как он был истинно отреченной личностью, то он в таком виде мог путешествовать, направляться куда угодно. So Sukadeva Goswami didn't worry about clothing, and he's encouraging Maharaj Parikshit. He shouldn't be concerned about material things. Это настроение Шукадева Госвами передает Махараджу Парикшиту, что не следует беспокоиться о материальных вещах. The more we're conscious of the body and the needs of the body, then the harder it is for us to focus on Krishna consciousness. Чем больше мы занимаем голову материальными вещами, материальными потребностями, тем сложнее нам сконцентрироваться на Кришне, сосредоточить свой ум на нем. And many of the things which we accumulate in this material world just simply bring us so many troubles. И множество вещей, которые мы собираем для того, чтобы они нам помогали, в реальности больше приносят беспокойство. Just like today, people spend a fortune to buy motor cars and to buy motor vehicles so they can move from place to place in great speed and with some opulence. Как сейчас, например, люди очень много усилий тратят на то, чтобы приобретать себе автомобили, какие-то другие механические передвижные средства, чтобы перемещаться с места на место. Motor cars are luxury, and people will drive in them, but they create so many problems for people everywhere. So many accidents are everywhere. They pollute the atmosphere, they make a lot of noise, pollute the noise as well as the air atmosphere. Автомобиль – это определенная часть роскоши, какого-то внешнего удобства. Но цена этому – огромное количество аварий, загрязнение атмосферы, повышенный шум. And then you've got things like air conditioners, which people think are very nice, that now we have air conditioning, we're comfortable in the hot summer. Еще люди используют повсеместно воздушные вот эти кондиционеры воздуха в жаркий период. And we can see around the world today there are so many air conditioners, there's so many buildings which are just all air conditioned. These whole big offices are full of air conditioning. И теперь по всему миру можно видеть здания, которые увешаны этими кондиционерами. В каждом офисе они есть. So Sukadeva Goswami is saying we could do without all of these things. И Шукадева Госвами говорит ясно, что мы можем обойтись без всего этого. If we don't have motor cars and if there's no air conditioning, our life would be so much simpler. Без автомобилей, без кондиционера воздуха жизнь куда проще. Now Prabhupada's making the point, he said, I'm not saying that we have to give up all of these things, but we have to be careful about how we use them. Шрила Прабхупада в комментарии уточняет, что мы не призываем полностью игнорировать все эти удобства, нужно быть просто очень внимательными в том, как их использовать. The problem comes when we get attached to these things, we become bewildered by them. Проблема начинается, когда человек привязывается ко всем этим, вещам, и таким образом его ум уходит в сторону.
So Sukadeva Goswami, his example, of course, is difficult for all of us to follow, because he's already a liberated soul, so he's completely free of any material attachment. Шукадева Госвами, говоря так, демонстрирует свою природу, демонстрирует для нас свою природу полностью отреченной личности, который преодолел все эти привязанности. And certainly Sukadeva Goswami didn't depend on luxuries or comforts for his life. И, разумеется, потому Шукадева Госвами не зависит от этого, от этих всех удобств и роскоши материальной жизни. Prabhupada's purport describes how these saintly people used to live in huts, and they would sit on the flat ground. Ишила Прабхупада в комментарии описывает, как люди древности, великие мудрецы, жили не в этих так называемых удобствах, а сидели на голой земле. So these comforts, which people like to have, their luxury cars, their luxury homes, they all make us more conditioned and more attached to the material world. And we want to live in these conditions, we want to stay there forever. We never want to leave. Все эти роскошные автомобили и удобства ничего не имеют общего с ценностью жизни. But the laws of nature are there for everyone. We all have to depart from this world at some point. Но законы природы неумолимы для каждого. Нам в какой-то момент придется оставить этот мир. So we have to prepare ourselves for leaving this world. Поэтому мы должны подготовить себя к оставлению этого мира. And that preparation requires renunciation. И таким приготовлением будет развитие отречения. Sooner or later we have to leave the material world. We have to prepare ourselves for leaving. Рано или поздно мы должны будем покинуть этот мир, и нам нужно подготовиться к этому уходу из него. And in order to get out from this material world, we have to cultivate some real devotion for the Supreme Lord. И чтобы развить это отречение, нам необходимо развивать преданность Верховному Господу. So the Vedic system of life is such that the Vedas say, from the age of 50, half the life is over. From that time you have to leave, you have to give up the material comfortable life, and you have to take up some renunciation. Ведическое писание, ведическая мудрость говорит о том, что человеку по достижении 50 лет следует оставить этот материальный комфорт, материальную жизнь.
People may say, oh, they don't want to detach. They have a nice home. They worked hard all their life, making money and making their home comfortable. But they may not like to go, but they're forced to go. Everyone has to leave. Люди могут сказать, что они не готовы к такому повороту событий, отрекаться от дома, на который они всю жизнь зарабатывали, который они наконец-то купили, обставили с комфортом, зарабатывание денег. Но нужно понять, что это придется сделать в конце концов силой. Природа нас заставит покинуть это место. The intelligent people will leave the world, they'll prepare for departing from the world on their own. They themselves will give up their comfortable situation and accept some austerity. Мы вдохновляем людей добровольно развить отречение и практиковать аскезу до того, как это придется сделать принудительно волей судьбы. And if they don't do it voluntarily, then they're forced to do it by material nature. Если не сделать этого добровольно, то материальная природа заставит это сделать силой. They don't want to renounce, they don't do it voluntarily, so the material nature comes and takes from them by force. Те, кто не хотят добровольно развивать отречение, вынуждены будут силой обставить все, когда того потребует материальная природа. Yes. So it's necessary. People have to prepare themselves for the next life by cultivating some detachment. Поэтому это необходимо развивать отречение от материальной жизни, культивирование духовного знания, отречение через знание. Now for some people, they are naturally renounced and detached from the beginning of life. Некоторые люди уже естественным образом отречены с самого начала своей жизни. Just like Gadadhar Pandit was the associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was totally detached and renounced from the material world. Например, Гададхар Пандит, вечный спутник Господа Читания, был уже естественным образом с самого начала отречен. Okay. So if one is not detached in the young age, then later in life you have to detach. Но даже если человек не смог с ранних лет развить отречение, ему следует развить на позднем этапе жизни. We have to prepare for the next life. Так необходимо подготовиться к следующей жизни. And if we continue with a life of sense gratification, then it becomes very painful to depart from the world. Если же продолжать жизнь полную чувственных наслаждений, то будет очень болезненно потом уходить из этого мира. Therefore, Sukadeva Goswami is talking in this way to Maharaj Parikshit. Поэтому здесь Сукадева Госвами в такой манере говорит Махараджу Парикшиту. And this is why we have Sukadeva Goswami as speaking in this way, he wants to cut any attachment which still may be there in the mind of Maharaj Parikshit. Поэтому здесь Шукадева Госвами говорит так, чтобы разрезать или лишить Махараджа Парикшита всех привязанностей, которые у него могли еще остаться. Devotional service is based on two things. Gyan and Vairag, transcendental knowledge and detachment from this world. Ибо преданное служение в этом мире зиждется на двух вещах, на гьяне и на вайраге, на трансцендентном знании и на отречении. So we'll stop here today and take questions. Сегодня
Сегодня мы на этом остановимся. Будут ли вопросы? До шести вайшнавы. Ой, у нас есть полчаса есть время. Can I ask some questions? Да, пожалуйста, только на русском не забывайте. Ну, мне удобно Махараджу на английском сказать, а по-русски, а потом сам на английский переведу. Можно так? Я над вас пробую. Вы только для участников скажите по-русски, потом Махараджу по-английски. Да, да, я об этом, да, хорошо. Есть две вещи, это мотивация человека и его непривязанность. Мотивация, мы культивируем вначале мотивацию, правильную мотивацию, потому что мы не можем остановить свою деятельность. Вначале мы действуем, наша деятельность продолжается, но она должна продолжаться в правильном настроении, то есть делать это ради Кришны, это называется мотивация. А непривязанность уже, или отречение, это уже является следствием вот этой правильной мотивации. Вот я бы хотел, чтобы Махарадж по этому поводу сказал, объяснил этот момент. Хорошо, что вы сами на него хавасу переведете. Да, переведите сами, ладно, говорите вы. Не-не-не, вы переведите, я не понял, как это все сказать, поэтому okay. Хорошо, что вы переведете. Хорошо. As Guru Maharaj, as there we have motivation and we have detachment. So in Bhagavad Gita it says like, there is Tyaga and Sannyas, yeah? I think like that. So the motivation is our mood. In the beginning, when we're starting our devotional service, we have to have this right motivation. Then out of this, then because of motivation, then I think we can become detached, develop the detachment from the material fruitive activities and jnana and karma. So can you elaborate a little bit more about these two things, motivation and detachment? Because detachment, that's already the fruits of motivation, is it right? Well, motivation, but we have to be motivated in a pure way. Our motivation should be for the service of Krishna, not for our own glorification or for our own satisfaction, but for the glory of Krishna. Мотивация, которая у нас должна быть в преданном служении, это мотивация не ради собственного наслаждения или какого-то ложного эго, а мотивация с желанием удовлетворить Кришну, то есть удовлетворение Верховной Личности Бога. So motivation has to be there, but it has to be centered on the spiritual goals, not material goals. То есть мотивация должна быть, но она должна быть она должна представлять собой духовные цели, а не материальные. We want to give Krishna consciousness, but at the same time we want to keep our Krishna consciousness. We don't want to become just simply absorbed in thinking of our own comfort and our own sense gratification. Мы хотим давать сознание Кришне и не оставаться просто, не находиться просто на каком-то статичном, комфортном уровне ради чувственного наслаждения. So yeah, we do motivate people, and Prabhupada did motivate devotees. He encouraged the devotees. He motivated people. Поэтому Шрила Прабхупада воодушевлял, мотивировал людей становиться преданными. But the motivation was always centered on pleasing Krishna, not just simply doing something for our own sense gratification, but it was trying to give service to Krishna. Но эта мотивация представляла собой желание удовлетворить Кришну, а не просто достичь какого-то собственного чувства наслаждения, удовлетворить Верховного Господа. And the devotees would endeavor. They would endeavor to please Krishna, but their endeavor was not just simply concerned with material results.
But it was concerned with cultivating their consciousness of Krishna. Такое понимание приводило к тому, что преданные старались удовлетворить Кришну, они к этому прикладывали усилия, а не для достижения материальных результатов. So yeah, people do need to be motivated. Our whole society is we do motivate. We have a lot of motivation courses, management and motivation courses, encouraging devotees to be motivated. Yeah. Satisfy Krishna. Да, поэтому все вот эти вот инструменты для развития мотивации, они могут быть, но целью должно стать удовлетворение Кришны. In the material world, people's motivation is all centered around their own sense gratification. Чтобы в центре не стояло чувственное наслаждение. They want to see that they're actually getting something which will give them pleasure. Guru Maharaj, you mean devotees should not concentrate on getting pleasure? No, they should. It's not that they're working just for material comfort, but they're working to please Krishna and to satisfy their spiritual needs. И преданным следует работать, достигать результата для того, чтобы удовлетворить Кришну и удовлетворить духовные потребности. Шрила Прабхупада was motivated to go to America. What was his motivation? The motivation was, well, the order of his spiritual master was there, the desire of the acharyas to introduce Krishna consciousness to the Western world. Шрила Прабхупада была мотивация поехать в Америку, и что это была за мотивация? Выполнить наказ своего духовного учителя, привести туда сознание Кришны, как того предсказывали и хотели предыдущие ачарьи, распространить сознание Кришны каждому. Prabhupada's motivation was not, oh, I'll get more money in America, oh, life is more comfortable in America. Prabhupada didn't think like that. Prabhupada не было мотивации поехать в Америку ради того, чтобы там сколотить побольше денег или переехать в место, где жизнь более комфортна. У Prabhupada не было такого настроения. But motivation has to be, motivation means you'll be enthusiastic to do something. And enthusiasm is one of the important qualities which we need to progress in devotional service. Мотивация должна стать развить качества, которые необходимы в преданном служении. Is it all right? Это понятно? Yes, Maharaj, my question was like that renunciation is the fruit of the right motivation. That was my question, that that we cannot be renounced without practicing the right motivation before that. That's why my question, that how we can be completely detached from material sense objects if before that we didn't practice the right motivation in devotional service. That was my question. Well, renunciation naturally develops in the process of devotional service. For someone who's engaged in devotional service, they will naturally become detached and renounce from the material world. Вы не от вас пробу переведите, пожалуйста, вашу фразу, поэтому ее нужно вначале переводить.
иначе мою фразу? То, что конечно, я спросил? Конечно. А, я не перевел, простите. Я говорю о том, что отречение является следствием правильной мотивации. Это как бы это плод правильной мотивации. То, что в результате правильной мотивации в преданном служении у человека развивается в конечном итоге отречение. Гуру Махарадж сказал, что это естественным образом развивается в преданном служении, как результат практики преданного служения. Да, то же самое сказал, да. A devotee's focus has to be on devotional service and Krishna. A devotee is not just thinking about being renounced, but the renunciation will naturally manifest in the course of his devotional service. Преданный концентрируется на преданном служении и Кришне. If one is doing devotional service, one naturally will become less interested in the material world. The more he's hearing and chanting about Krishna, the less he's interested in the material world. Если преданный слушает и воспевает, то есть сосредоточен на Кришне, то этим естественным образом он утрачивает в процессе такого преданного служения интерес к материальному миру. Because a devotee is working all day for Krishna, chanting and serving, he forgets about the material world. Служа весь день для Кришны, преданный забывает о материальном мире. He doesn't care about what's happening in politics or in entertainment or in sports. Because he's so absorbed in Krishna, and thinking of Krishna, Krishna's service. Он не вовлекается в какие-то мирские темы, потому что сосредоточен на служении Кришне. He's thinking, what's the next verse in Srimad Bhagavatam tomorrow? What are we going to be hearing about tomorrow? And what did we hear about today in Srimad Bhagavatam class? Преданный думает, что мы завтра будем читать в тексте по Шримад Бхагаватам, что у нас сегодня был за текст на лекции. This way, devotee is very detached from the material world. Так преданный естественно становится отвлеченным от материального мира. Because he's fully conscious, he's absorbed in Krishna, in Krishna's service. Потому что его сознание полностью погружено в Кришну и служение Кришне. It's no time to think about the material world anymore. И у него просто нет времени думать о материальном мире больше. He doesn't know what's going on in the other side of the world, and he doesn't care. Потому преданного не интересует, что там в других частях земного шара происходит, его это не беспокоит. He knows whatever's going on. All around the, it's all the working of the material nature, the three modes of nature. Преданный думает, все, что происходит повсюду, это работа лишь материальной природы, трех гун материальной природы. But his focus, the devotee's focus, is on Krishna and doing more propaganda for the message of Krishna, trying to deliver knowledge of Krishna to the conditioned souls and save the conditioned souls from material life. Преданный думает о том, в первую очередь, как спасти души этого материального мира. Thank you, Maharaj. Very sweet, very sweet. Thanks so much. Guru Maharaj, we have next question. Okay. So we have 1, 2, 3 questions. Next question from Karpura Manjari. Mataji.
Как развить решимость сконцентрироваться на джапе? Есть решимость оставаться в сознании Кришны, а решимости сосредоточиться на звуках нету. Хари Кришна, поклоны Ваше Святейшество, спасибо за то, что даете свое общение. The question from Karpura Manjari Mataji. Hare Krishna, Your Holiness, thank you for your class and for your association with us. My question is how to develop eagerness in focusing our mind on japa. I'm eager to stay in Krishna consciousness, but not so much inclined to concentrate on transcendental sounds. Well, Sankirtan is very good to help you to get more taste for japa. If you take part in Sankirtan with the devotees. Sankirtan Guru Maharaj, you mean book distribution or? Harinam Sankirtan. Развить вкус в джапе вам может помочь Харинама Санкиртана. Harinam Sankirtan will help you to awaken more taste for the chanting of the holy name. Харинама Санкиртана помогает развить вкус к повторению святых имен во время джапы. Try to join the Sankirtan party. Поэтому старайтесь присоединяться к группам с Харинама Санкиртана. It's also good for you to hear more about the importance of the chanting of the holy name. Также для вас будет полезным слушать о важности повторения святого имени. You have to hear the theology behind this chanting. You have to understand it fully. Вы должны слушать философию или знания, связанные с повторением святого имени, чтобы правильно это делать. Then you take it more seriously when you come to chant. Это позволит стать более серьезным вопросом воспевания. So these are two points. Вот эти два момента. Харинама и развитие знаний. Философия. Okay. Are you done? Are you there? Ой, да, спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. У меня такой вопрос. Вот есть ум, есть разум, и есть контроль ума и контроль разума. Я бы хотела понять, чем они отличаются. Контроль ума и контроль разума. Вот. Хари Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj, the question from Ajihladini. Hare Krishna Guru Maharaj, I know that we should control our mind and also we control our intelligence. I want to understand difference. What does mean control mind and what does mean control intelligence? Control the mind means that you keep your mind away from thoughts of sense gratification. You don't allow yourself to become absorbed in planning for sense gratification. Контроль ума означает не позволять уму вовлекаться в нахождение чувств, не строить планы на чувственное состояние. The mind is active in desires. And so desires come in the mind.
When you know this desire is not good for your Krishna consciousness, then you will kick it out of your mind. Генерирует желание, в уме постоянно всплывает желание. Если какое-то желание не способствует вашему сознанию Кришны, его нужно выбросить из ума. And controlling the intelligence means to use your intelligence to control the mind. By intelligence you control the mind. Intelligence is higher than the mind. So the intelligence has to be able to recognize when the mind is going off. А контроль разума означает, что мы используем разум для того, чтобы контролировать ум, о том, что я сказал выше. Потому что разум, он тоньше ума, выше ума, и поэтому разум должен контролировать, когда ум не вспомнит туда. Intelligence, if you control the intelligence, use your intelligence to defeat the demands of the mind and to tell the mind how these desires for sense gratification are just going to bring trouble. Контроль ума означает, что разума, контроль разума означает, что разум убеждает или преодолевает ум, когда ум охвачен побуждениями, вернее, охвачен материальными желаниями. То разум в этот момент говорит уму, что все эти желания чувства наслаждения потом приводят к проблемам. So we get intelligence by hearing the scriptures. We use the intelligence to control the mind. Поэтому мы питаем, усиливаем свой разум из священных писаний, и потом этим разумом контролируем ум. So if the intelligence and the mind are controlled, then the senses will be peaceful. И можно сказать, что разум контролирует ум, когда ум умиротворен. A devotee is always careful to keep the mind under control, because he knows the mind can be the friend, but the mind can be the enemy. Поэтому преданный всегда старается контролировать ум, зная, что ум может быть иногда врагом, а иногда другом. And Lord Krishna also explains that lust is situated not only in the senses and the mind, but also it can be in the intelligence. So we have to be very careful also to control the intelligence. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вожделение может присутствовать не только в чувствах и уме, но также и в разуме. Поэтому преданные внимательно используют контроль разума. If our intelligence becomes polluted and contaminated by lusty desires, then certainly we will be degraded. Потому как если разум будет захвачен греховными желаниями, с вожделенными, то тогда преданный будет деградировать. So we control the intelligence, we conquer over this lust by regulating the senses and by cultivating spiritual knowledge. Поэтому преодолеть загрязнение вожделением можно через контроль чувств и через развитие трансцендентного знания. If you are hearing regularly, if you are hearing in the proper manner, submissively, then you'll develop strong intelligence and you'll be able to control your intelligence and protect it from lust. Если мы слушаем регулярно и со смирением, то тогда это усиливает наш разум, одухотворяет его, и таким разумом возможно преодолеть вожделение. With good intelligence we will know what is good for our Krishna consciousness, and we will know what is bad for our Krishna consciousness. Такой разум может сказать, что хорошо, что плохо для нашего сознания Кришны. So we have to cultivate that
strong intelligence. Поэтому мы должны развивать такой сильный разум. This is the practice of Krishna consciousness, to practicing to control the mind and senses. Of course, Arjuna said, oh, it's very difficult. Krishna said, yes, I know it's difficult, but it's possible by constant practice and detachment. Поэтому преданный развивает разум с помощью которого он контролирует обучение. Хотя Арджуна сказал Кришне, что это очень трудно делать. Кришна сказал, да, это трудно, но это возможно. Это возможно для практики и отречения. Okay. Это понятно, да? Да, спасибо большое. Yes, thank you very much, Hare Krishna. Next question, Mahashakti Prabhu. Hare Krishna, дорогие Вайшнавы, Вайшнавы, принимайте смиренные поклоны. Ну, вот у меня два вопроса. Простите, Вайшнавы, что два вопроса хочу задать. Один вопрос, так по жизни вообще, не перецелю. Ну, просто в таком отречении говорится серьезно. А вот если как бы вот, у меня преданное служение, оно связано с тем, что ну, мне приходится там, ну, административным работать там, ну, и как бы деньги там, ну, то есть там, посмотрим программу организовывать, то есть для этого надо финансы, то есть машина, закупка делать. Ну, то есть, и вот как бы вроде хочется отвлеченным быть, и это служение ну, тоже тебя просят делать. Ну, как бы, и как вот здесь быть вообще, как бы, вот, что-то делать-то надо? Ну, то есть, не будет ли это привязанность к материальному миру? Вот, все равно медитируешь, говорит, там, как деньги, там, ну, там, машин, покупить, там, вот эти вещи. First question from Mahashakti Prabhu. Guru Maharaj, today we speak about renunciation, but I'm not sure that my position of my life is renounced because I need to make money, I need to support and render my service for this need, the car, or I need some money. Does it mean that this is some kind of attachment to material life? Well, yes, there may be some kind of attachment to material life. It depends how much you're using them for Krishna. If you're simply using them for Krishna, then it's not material, but we're not dependent on them. It's not that because we don't have them, then we can't serve Krishna. Да, в каком-то смысле это привязанность к материальной жизни, но это насколько эта привязанность будет зависеть от того, как насколько интенсивно это используется в сознании Кришны. Если это полностью для Кришны, то оно не будет обуславливать. Devotional service has to be unmotivated and uninterrupted. It's not that, oh, I have to have the car to serve Krishna. We have to be able to serve Krishna in any condition. Преданное служение является беспрерывным и немотивированным. Поэтому, если эта машина используется для служения Кришне, то преданное служение в этом смысле не будет прерываться. Devotee may be riding in the bicycle, he may be attached to material condition. Devotee may be riding in the big car, he may be detached from the material position.
Один преданный может ездить на велосипеде и быть привязан к материальному своему положению, другой может ездить в очень дорогом автомобиле и быть не привязанным к материальному положению. Шрила Прабхупад was in London 1971, and there were many gurus in the news. And so they came to, the newspaper reporters came to interview Prabhupada. Шрила Прабхупада был в Лондоне в 71 году, и репортеры пришли ему задать вопрос, так как он был гуру. So they saw Prabhupada as being a genuine guru, because they saw we didn't have any car, we were poor, we were every day in the streets chanting and dancing and begging, selling magazines. So they thought we were a poor society compared to some of the other spiritual movements which were fabulously wealthy. Guru Maharaj, devotees ask question or reporters? There was no question. I didn't mention any question. So I miss the meaning of story. You said so that Prabhupada was the reporters saw Prabhupada as being a genuine spiritual teacher, because we were poor. I see. Thank you. Репортеры увидели, что Шрила Прабхупада был настоящим истинным гуру, так как его общество было не настолько роскошным и имеющим много какой-то собственности, в отличие от других каких-то новомодных движений, которые были очень роскошными. So the reporters wanted to know if the people with the big cars were cheaters or not. И поэтому репортеры интересовал вопрос, люди, которые обладают дорогими большими автомобилями, они обманщики или нет? So Prabhupada told them, you cannot judge who is a genuine devotee or who is a genuine guru by the vehicle which they ride on. И Шрила Прабхупада ответил, что вы не можете определять истинность преданного или истинность духовного учителя по тому, в каком автомобиле он ездит. Just because someone rides a bicycle, it doesn't mean that he's a genuine guru. Если человек передвигается на велосипеде, это вовсе не означает, что он является истинным гуру. Just because someone's poor, doesn't mean he's a genuine guru. Только потому, что какой-то человек беден, это не значит, что он теперь стал истинным духовным учителем. And the same way with devotees. A devotee may be rich. It doesn't mean he's not a devotee. It doesn't mean he's not a good devotee just because he has some wealth. Таким же образом преданный может быть богат, и это не значит, что он теперь менее хороший преданный только потому, что у него есть богатство. The devotee may be rich, he may be poor. But we have to hear what is he speaking, what is he doing. Преданный может быть богат, может быть беден. Необходимо смотреть на то, что он говорит и что он делает. It's not important if he has a car or not. That's not important. Это не так важно, на каком автомобиле он ездит. But it's important if we have to see how he uses the car. What does he use the car for? Вот что по-настоящему важно, так это для чего он использует этот автомобиль. If he uses it for devotional service, then very good. Если он использует этот автомобиль для преданного служения, то это очень хорошо. Prabhupada liked to go in a car when he would come to the town, when he would come to visit the temples. Prabhupada wanted the devotees, they should have a car and they would drive him, take him around. Шрила Прабхупада предпочитал, чтобы его встречали на автомобиле, когда он приезжал в город, добирался до храма, чтобы кто-то его вез. But I was in India
I was in India in 1975, and we didn't have any car when Prabhupada came there. Я был в Индии, помню, это был 1975 год, у нас не было вообще машин, Прабхупад приехал туда. So Prabhupada came to Delhi, and he wanted to go to Vrindavan. So he asked the one man, he said, can you take me in your car to Vrindavan? Шрила Прабхупада приехал в Дели, ему нужно было поехать во Вриндаван, и он спросил одного индуса, ты мог бы меня отвезти во Вриндаван на машине? So the man said, yes, why not? Definitely. He said, I will arrange to take you to Vrindavan. И человек ответил, да, конечно же, почему нет, я постараюсь отвезти во Вриндаван. So Prabhupada would use car to go to Vrindavan? Так, Шрила Прабхупада использовал автомобиль, чтобы поехать во Вриндаван. And if you're using a car, you can use it also for preaching. Если использовать и автомобиль, то использовать его для проповеди. And so we're not against cars, we can use them in Krishna consciousness. Поэтому мы не против автомобилей, мы можем использовать их в сознании Кришны. But just because we don't have a car, we should not think, oh, I cannot serve Krishna because I don't have a car. И то же самое время, если у нас нет автомобиля, это не значит, что мы теперь не можем служить Кришне. Is it clear? Понятно, Mahashakti Prabhu? Mahashakti Prabhu. Hare Krishna, да, понятно. Можно второй вопрос задать? Yes, I understood. I also have a second question. Guru Maharaj, have time for a question? Go ahead, what's the second question? Какой второй? Вопрос такой вот, просто у меня недавно моя дочка тело оставила, ну и как бы и Прохлада Махарадж даже Нарисимхадев тоже советовал, говорит, ну, хотя говорит, твои как бы родственники все освобождены, но тем не менее проведи обряд. А у меня вот в семье так получается, что я как бы это самое, отношусь к ведической традиции, а вторая, как бы большинство родственников, они христианство практикуют. Но они вот тоже по-своему обряды проводят. И я как бы провел, накормил вайшнав, там, ну, сделал, там, как бы, яги заказал в разных ашрамах, храмах, ну, в Исконе, которые. И вот у меня вопрос такой, как бы, а что повлияет больше вот на ее дальше продвижение? Ну, они там тоже сделали, там, они батюшку вызвали, там, отбивание сделали. Как вообще так, на судьбу вот моей дочери Новинной повлияет вот, вот эти, ну, как бы, сдвоенные, как бы, действия. Yes. Second question from Mahashakti Prabhu. Recently my daughter left body, so I performed some particular procedures. For example, I distributed prasadam for Vaishnavas, also I ordered some puja in some temples of ISKCON, but other my relatives are Christians, so they also did some procedures in Christianity. So my question is, how it improve the future of my daughter or not? This is combined procedures of two religions. I mean, my spiritual efforts in it and their Christian procedures. Well, I think a lot depends also on her. What was her particular mood? What was her consciousness? Во многом будет, конечно, определяться ее настроением, ее уровнем сознания, какое у нее было в жизни. What age was your daughter? Какого возраста была дочь? 20 лет ей было, но она с 5 лет занималась харинама, санкиртана, яги. Я ее постоянно возил на харинамы по 3-4 месяца, вот,
турах находилась. Потом в конце жизни, ну, какой-то период, ей где-то 18 лет она отошла, так, активной такой проповеди, там, деятельности вот так. А потом в конце жизни, когда уже умирала, она там, ну, говорила мне, что я хочу быть преданной Кришне. Ну, и говорит там, что, ну, это болезнь вся тяжелая, потому, только от того, что, ну, как бы, проверить нашу преданность Господу, то есть, там, ну, ну, то есть, вроде как бы для меня так, что сознание Кришны, оно обладало, то есть, она хотела, то есть, опять, ну, возродить. She was 20 years old. In a younger age, I invited her on a Harinam party. She joined to some Harinams groups several times in a year. But in 18 years old, she stayed off Krishna consciousness. She lived like mundane style. But before the death, she said me that I want to become a Krishna devotee. So I hope she wants to revive her Krishna consciousness. Yes, if that was her desire, if she said like that before she departed from the world, then that's a very good sign. Да, если у нее самой было желание, она говорила об этом перед уходом из мира, это очень хороший знак. Certainly, she'll be able to continue her Krishna consciousness in this life and the next life. Конечно же, у нее будет возможность продолжить свое сознание Кришны в следующей жизни. And your prayers for her will certainly help. И ваши молитвы за нее будут, конечно же, помогать. Так. God is one. Whether it's Christian or Hare Krishna, you know, it's the same God. There's one Supreme God. The goal of life is to develop love for God. Бог един. И для христиан, и для преданных Кришны – это Верховная Личность Бога, и цель жизни – это развитие любовь к Господу. So the Christian, your Christian family, relatives, if they also prayed for her, it will also be for her benefit. Поэтому, если ваши родственники, члены семьи, которые христиане, будут молиться за ее благополучие, то это тоже будет для нее благо. Okay. Вот. Хорошо. There is no more question, Guru Maharaj. All right, so we'll stop here today. Thank you very much for translation. And we thank you, the Krishna. Devotees. We wish you all have a good day. Take care. Right. Спасибо всем. Желаю вам хорошего дня. Спасибо, Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.